Да, я на земле. Я сел. Альпинист Лесли Бинс прошлой ночью отказался от своего восхождения, чтобы спасти Саниту. У нее был отек мозга и переохлаждение. Она была в очень плохом состоянии. Кашляла кровью. Теплая куртка была расстегнута. Не было перчаток. Она уже была готова сдаться. Была готова умереть. Все три члена группы Саниты погибли от горной болезни. Они покорили Эверест вчетвером, но с горы спустился лишь один. Мы летим в Луклу. Потом выйду на связь. Мы говорили о наших семьях, и она сказала: «Ты дал мне возможность снова увидеть сына. Не знаю, как тебя отблагодарить. Жаль, я не покорил Эверест, но разве это сравнится с тем, что я спас чью-то жизнь?» Саните повезло во многом. Альпинист отказался от своей мечты, чтобы спасти ее, а опытный пилот смог доставить ее в больницу. Я думал о том, что там случилось за последние пару дней. Она столько всего видела, столько натерпелась. Надо обращаться с ней очень осторожно. Меня зовут Алекс, я врач. Все хорошо, ты уже внизу. Теперь все хорошо, не бойся. Холодно? Ты очень замерзла на вершине, да? Да, очень замерзла. Кашель. Ты кашляешь? Надо прослушать тебя, чтобы понять, можно ли тебе лететь. Саните можно лететь в большую больницу в Катманду. Впереди ее ждет долгая реабилитация. У нас все получилось. Если бы она провела там еще день, исход был бы совсем другой. Тогда мы увезли бы ее в мешке. Ее правая рука была сильно обморожена. Сразу было понятно. К сожалению, ей пришлось пройти через многое. Ей было очень тяжело. Она столкнулась со столькими трудностями. Она видела, как умирают ее друзья.